Гонял с девушкой на крутом мотоцикле и угодил под колеса «Лады». В Сысерти автоледи сбила юного байкера и его пассажирку. Водитель автомобиля «Лада X-Ray» при повороте налево на регулируемом перекрестке не уступила дорогу несовершеннолетнему мотоциклисту, двигающемуся со стороны встречного направления прямо, вследствие чего произошло столкновение. В результате ДТП 17-летний мотоциклист и его 15-летняя подруга получили травмы и были доставлены в больницу. Выяснилось, что прав на управление у парня не было, как, впрочем, и защитной экипировки. По словам автомобилистки, она завершала маневр и неожиданно заметила мотоцикл, который летел на большой скорости. Экстренное торможение не помогло.